Очередное изменение маршрутов передвижения общественного транспорта ожидает верчан, проживающих в Затверечье. Причина – ремонтной работы на участке от дома номер 89 по улице Шишкова до Литейного переулка. С 15 декабря поменяется схема движения автобусов под номерами 102, 103, 104, 107, 111, 110, 117, 119, 123, 129. Судя по схеме, которую опубликовало предприятие «Транспорт Верхневолжья», они будут следовать по Затверецкому бульвару, а также улице Новая Заря.